шанс полной перезагрузки системы. Самоубийство. Джастер, слышишь меня? Адмирал Брикс. Твою мать, связи нет, не слышно ни слова. Закрыть дверь. Что с системой безопасности? Через пару минут мы их включим. Мне нужно прорезать эту стену немедленно. Я потерял связь с адмиралом Бриксом. Он может быть в опасности. Мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса. Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Это лучше, чем сейчас, когда она стремляется искать. Делай! Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Что происходит, а уже все хорошо, понимаете. Система пытается восстановить контроль. А Салазар? Он там вместе с адмиралом. Адмирал Брикс!
нахуя ее спасал? Без записи! Ёб твою мать! Нахуя, если она все равно сдохла из этого долбоеба? Почему Салазар такой гандон? Ты грязный членосос! Я сдамся, когда все закончится. Парень, я увижу твой будущий, когда как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менендес. Не убивай его. Выстрелю. Он жив. Спасибо, Рауль. Если мы сегодня победим... Он жив, но больше не будет иметь детей. Адмирал Брикс поймет, почему я оставил его в живых. Салазар! Шевелись, твою мать! Харпер, жми в серверную. Брикс ранен. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Он так и задумал. Менендес пронес набор целлериевый чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть спутников, управляющая всей эскадрой дронов США. Мы должны сообщить в Пентагон. Будь осторожен. Если даже Салазар влип, то никто от этого не застрахован. Удачи. В лазарет его. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутника. Что случилось, черт возьми? Салазар всех нас одурачил. Он работал на Менендеса. Да твою ж мать, чувак! Чем ты думал? Он ведь был одним из нас! Сектор, это команда службы безопасности Эпсилон. Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пару секунд не хватило, сэр.
нас предал, Салазар. Сегодня трудный день, Сектор. Но завтра мы все победим. Все. Не ты. Тем, кто меня слышит, говорит командор Дэвид Мейсон. Система обороны под угрозой. Готовимся к эвакуации. Покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Зажали нахуй со всех сторон, начали шмалять, в итоге меня убила граната, блять. Ладно, закончим видос, потом продолжу уже записывать чуточку позже.